Ну що ж, наша програма продовжується, і після такої хвилинки розваг відтепер закцентуємося на питаннях серйозних. Сьогодні зранку ми вже говорили, що 20 числа, 20 жовтня в Україні відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Тож сьогодні на найближчі 15 хвилин я прошу бути дуже уважними усіх жінок та чоловіків, які нас дивляться, оскільки ця проблема стосується кожного. У нас сьогодні в гостях Сергій Ніколаєвич Пащенко, професор кафедри онкології з МПО, доктор медицинских наук. И я так думаю, что много полезной информации мы как раз получим именно от нашего гостя. Доброе утро вам. Доброго ранку. Ми вже сказали сьогодні нашим глядачам, що ця проблема стосується кожного. Тож я б хотіла почати нашу сьогоднішню розмову, власне, із питання з приводу того, наскільки дійсно вона актуальна і наскільки поширене це захворювання в Україні. Ну, рак молочной железы – это довольно-таки часто встречающееся заболевание у женщин. По существу, среди всех онкологических заболеваний у женщин он занимает первое место. Естественно, внимание и онкологов, и мамологов направлено на то, чтобы как можно раньше диагностировать эту патологию. Дело в том, что если карцинома запущена, диагностируется на поздних стадиях развития, лечение очень-очень проблематично. Более того, это лечение, как правило, очень-очень дорогостоящее, потому что современные препараты, выпускающиеся серьезными фирмами, они весьма дорогостоящие и зачастую нашим пациентам не под силу. Поэтому, конечно же, наиболее оптимальным является ранняя диагностика, раннее выявление рака молочной железы. Это связано со многими причинами. Во-первых, если рак диагностируется на ранней стадии, лечение становится более дешевым в десятки раз. Во-вторых, на ранних стадиях есть возможность сохранить женщине молочную железу. Более того, уменьшить объемы хирургических вмешательств. Третий момент, наиболее важный момент. Конечно же, при диагностике рака молочной железы на ранней стадии удается добиться довольно-таки высокой продолжительности жизни. То есть ранние раки молочной железы практически во всех случаях излечиваются. Ну, за исключением, наверное, 5-10% случаев, когда мы имеем дело с высокомутантными формами, где мутация клеток настолько выражено, что они приобретают уже на ранних стадиях динамические свойства распространяться по всему организму, образовывать ранние метастазы с последующей эволюцией этих клеток в самых невероятных направлениях, что приводит, конечно же, к генерализации процесса и гибели пациента. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Они не всегда чувствительны к нашим методам лечения химиотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии. Здесь, да, тоже есть одна проблема. Но вообще, если рак диагностируется на ранних стадиях, прогноз для жизни и вообще и косметики весьма-весьма благоприятны. Сергей Николаевич, вы говорите о том, что, в принципе, большим залогом успеха в борьбе с онкозаболеванием молочной железы является как раз ранняя диагностика. Вот я то, что встречал, например, в мировой практике, сейчас есть еще другой пути, еще более ранняя диагностика, основанная на генетическом коде твоих родителей. То есть если есть большой процент предрасположенности заболеваний именно онкозаболеванием молочной железы, то есть прибегают к операбельному вмешательству даже до выявления самого рака. Это такие превентивные заходы. Да, как вы относитесь вот к такому способу? Очень положительно. Очень положительно, но, увы, очень дорогостоящие технологии. Это тестирование очень дорого. Значит, вообще, вот наш заведующий кафедрой Ковалев Алексей Алексеевич, он пытается внедрить генетические методы диагностики, но, к сожалению, до сих пор это очень непростые технологии, которые действительно являются самым последним уже этапом в настоящее время развития онкологической науки и техники. Поэтому реально в настоящее время мы должны ориентироваться на то, что нам доступно. Это программы самообследования. Конечно, если генетические методы диагностики позволяют диагностировать на стадии предболезни злокачественное новообразование, то ранняя диагностика, основанная на программе самообследования, на
УЗИ-диагностики, маммографии. Уже мы диагностируем злокачественное новообразование. Естественно, эффективность лечения здесь похуже, чем диагностика на генетическом уровне. Но это довольно-таки реальные программы, которые в наших условиях могут привести довольно-таки неплохим результатом. И вот по Запорожью около 70% женщин все же мы помогаем их на уровне начальных раков молочной железы. Это довольно-таки неплохие результаты, но тем не менее 30% это те случаи, когда больные обращаются уже в запущенных случаях, что существенно делает более проблематичным лечение. Более того, затраты на лечение существенно возрастают. Поэтому не надо бояться. Чем раньше выявлено образование в молочной железе, тем проще, тем эффективнее будет оказана медицинская помощь и будут гораздо более высокие результаты лечения. Як ми вже говорили, готуючися до сьогоднішньої програми, таке захворювання виявляється в Україні щопівгодини у кожної жінки. Тож я хочу нині заакцентувати вашу увагу. Давайте поговоримо, зокрема, про ранню діагностику, як це можна зробити. Про самообстеження ми вже заговорили, хоча буквально вчора вичитала нові дані, які начебто були опубліковані в виданні Cochrane. І там говорилося про те, що після там якихось подвійних сліпих рандомізованих досліджень з'ясувалося, що самообстеження є неефективним. Ефективні є лише там якісь апаратні методики. Тому я просила б вас як фахівця прокоментувати, що є ефективним і що треба робити, щоб стежити за своїм здоров'ям. Ну, я б вас призвав, в общем-то, осторожно относитися до такої інформації. Чому? Тому що це інформація не спеціалістів. Дело в том, что каждый из вас понимает, что молочные железы, они довольно-таки индивидуальны, и у каждой женщины существует определенная вариабельность это и размеров молочной железы, и формы, и так далее. Кроме того, есть такая болезнь мастопатия, либо фиброзно-кистозная мастопатия, да, аналог дисгормональная гиперплазия, которая может приводить к изменению напряжения ткани молочной железы, что, конечно же, затрудняет обнаружение на этом фоне опухолевого очага, особенно если он имеет небольшие размеры. Поэтому в общем, если брать вообще, то программа самообследования позволяет диагностировать ранние раки молочной железы где-то в 60-70% случаев. 30% случаев – это действительно непальпируемые карциномы, которые очень трудно подвергаются самообследованию. И вот на этом фоне, конечно же, аппаратные методы диагностики незаменимы. Более того, да, действительно, не всегда удается определить опухоль более 1 сантиметра. Тогда, когда, опять же, аппаратные методы исследования позволяют нам в настоящее время обнаружить опухоли довольно небольших размеров. И поэтому я хочу сказать, что, конечно же, нужно говорить о том, что программа самообследования является абсолютно обязательным условием для диагностики рака молочной железы. Она абсолютно не отменяет аппаратные методы исследования. И сонография, и маммография, они дополняют и, конечно, расширяют наши диагностические возможности. В Запорожье, в общем-то, я вот уже давно акцентировал внимание больше пациентов не на маммографию, а на УЗИ-диагностику. Мы условно даже УЗИ-диагностику разделили на два направления. Первое – это так называемая скрининговая УЗИ-диагностика, задача которой – выявить опухоль и направить к врачам-специалистам. И диагностическая сонография, направленная на то, чтобы оценить размерные параметры, наличие других очагов в молочной железе, определить структуру опухоли, распространение по путям лимфоотока, уровне поражения лимфоотока. Это уже более специальные вопросы, которые, к большому сожалению, не все врачи, работающие в этой области, позволяют нам осветить довольно-таки адекватно. И вот я хочу сказать, что кроме того,
УЗИ-диагностика позволяет наблюдать за опухолью, за процессом в динамике. Это тоже очень важно. Почему? Потому что даже используя аппаратные методы диагностики, не всегда удается диагностировать рак, особенно если речь идет о минимальной опухоли. И вот в отличие от маммографии, повторение в динамике УЗИ диагностики, более того, мы же имеем возможность провести консилиум врачей этой специальности, то есть несколько УЗИстов могут посмотреть одну и ту же пациентку, что, конечно же, позволяет более оптимально оценить состояние этого патологического процесса и планировать то или иное метод медицинского воздействия. Давайте сделаем для начала. Что касается, да, что касается программы, что касается маммографии, конечно, этот метод довольно-таки эффективен, он является обязательным методом диагностики, но, к сожалению, его для целью скрининга можно выполнять где-то с интервалом один раз в год. И вот здесь есть проблема так называемых интерфазных опухолей. 25% опухолей за это время могут приобрести уже довольно-таки значительные размеры и диагностироваться при повторной маммографии, в том случае, если она не была из-за размерных параметров выявлена первый раз, уже через год это будет распространенная опухоль. Таких опухолей 25%, поэтому, опять же, возвращаюсь, дешевый, эффективный способ – это сонография УЗИ, который позволяет нам во многих случаях добиться довольно-таки высокой эффективности диагностики. Позитивных результатов. Сергей Николаевич, а какова периодичность вот профилактического посещения врачей для того, чтобы заранее вот, возможно диагностировать какие-то этапы? Як часто, яким чином та кому, саме в яких вікових категоріях необхідно проводити самообстеження, УЗІ-обстеження, а також мамографію, ми розкажемо після рекламної паузи. Не перемикайтеся і, до речі, не забувайте номер нашої студії 213-46-24. Якщо у вас є питання до нашого гостя по нашій сьогоднішній темі, телефонуйте та приєднуйтеся. 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы. У нас в гостях Сергей Николаевич Пащенко, профессор кафедры онкологии, доктор медицинских наук. И как раз перед рекламой мы прервались на вопросе о том, какая должна быть периодичность самодиагностики и как часто необходимо в профилактических условиях обращаться как раз вот к специалистам. Ну, что касается программы самодиагностики или самообследования, она в первую очередь зависит от наличие уплотнений в ткани молочной железы. Дело в том, что есть категория женщин, у которых наблюдаются доброкачественные процессы в ткани молочной железы. Конечно же, таким пациенткам надо самообследовать молочную железу гораздо чаще и обращать внимание на уплотнение и рост этих образований. Кроме того, абсолютно обязательно периодически, где-то лучше с интервалом 2-3 месяца. Почему? Потому что 2-3 месяца – это среднее время удвоения опухоли. И проще на сонографии отметить увеличение этого патологического процесса. Конечно же, таким пациенткам на протяжении года, если они впервые диагностируются, необходимо с частотой один раз 2-3 месяца выполнять УЗИ молочной железы и один раз в год маммографию. В том случае, если образование контролируемо и не увеличивается в размерах, при отказе женщины от хирургического лечения, возможно, динамическое наблюдение. Здесь уже можно реже выполнять УЗИ-диагностику для того, чтобы, в общем-то, обращать внимание на эти очаги в ткани молочной железы. Вторая категория женщин – это женщины, у которых довольно-таки высокая плотность ткани молочной железы. Здесь также программа самообследования несколько ограничена, поскольку на фоне высокой плотности определить пальпаторно небольшой очаг весьма проблематично, поэтому УЗИ-диагностика должна быть в этих случаях выполняться гораздо более часто. В принципе, сейчас возможности для выполнения данного метода исследования весьма широки у нас в городе. И
здесь проблем я не думаю, что женщины могут испытывать в плане подбора, выбора аппарата либо врача для диагностических процедур. Интервал, опять же, если есть подозрение с учетом времени удвоения опухоли в течение первого года, нужно выполнить УЗИ диагностику ткани молочной железы 2-3 раза в год. Потом под наблюдением специалиста уже можно выполнять УЗИ диагностику реже. Что касается третьей категории, наиболее обширной категории женщин, здесь самообследование позволяет действительно выявить опухоль на самом раннем этапе, пальпаторно. Все эти пациентки после обнаружения небольшого очага уплотнения должны обращаться к врачам по месту жительства. Кафедра проводит очень большую работу в плане подготовки врачей на поликлиник нашего города, в плане ранней диагностики злокачественных новообразований. Это, кстати, является одной из причин того, что ранняя диагностика злокачественных новообразований молочной железы у нас в городе довольно-таки на неплохом уровне. И вот здесь, конечно же, УЗИ после того, когда диагностирован очаг молочной железы, где все пациентки должны быть в обязательном порядке направлены онкологом, который работает практически в каждой поликлинике нашего города, непосредственно в маммологический кабинет нашего онкологического диспансера, где пациентке будет оказана медицинская помощь. Все случаи, которые являются проблемными, консультируются на кафедре, консультации наши практически в течение дня проводятся без записи, пациентки проходят в рабочем порядке, и практически каждой пациентке мы можем оказать консультативную помощь в плане диагностики. И в том случае, если есть очаг в ткани молочной железы, здесь уже сложный диагностический комплекс, индивидуальный комплекс, оцениваются риски развития злокачественной опухоли, желания пациентки, возможности хирургического лечения. То есть это уже специальные вопросы, которые можно разобрать на консультативных приемах. Да. Сергій Миколаївич, ну і найголовніше, ми вже сказали про те, наскільки важлива рання діагностика. Але ще не говорили про те, якою є профілактика. Отже, як не допустити виникнення подібної хвороби і чи це можливо взагалі? Да, можна. Діло в тому, що злокачественная опухоль связано с мутацией генетической информации, находящихся в клетках ткани молочной железы, не только молочной железы. И вот эти мутации, они связаны с гипоксией или дефицитом кислорода в тканях. В настоящее время во многих странах мира проведены многоцентровые рандомизированные исследования, которые показывают эффективность методов физической реабилитации в плане предотвращения развитие мутаций в тканях, в том числе молочной железы. Достаточно четко показано, что у женщин, которые ежедневно, не менее часа в день, занимаются любыми оздоровительными технологиями, либо это шейпинг, либо аэробика, на протяжении не менее чем 5 лет, риск развитие злокачественных новообразований не только молочной железы. Речь идет и о теле матки, речь идет и о раке щитовидной железы, и колоректальных карциномах. Уменьшение риска заболеть злокачественными новообразованиями дискутируют разные центры. Некоторые говорят в 10 раз, некоторые в 20, 30 и так далее. Это наиболее оптимальный, наиболее эффективный метод профилактики, довольно-таки высокий, подчеркивая, высокоэффективен. Но есть маленький недостаток. Он зависит от сознания человека. Здесь ничего не купишь. Здесь можно только самостоятельно оздоровить себя. Дело в том, что само развитие опухоли зависит как от мутаций, так и от резистентности организма или защитных ресурсов организма. И как раз вот эти оздоровительные технологии позволяют влиять на резистентность организма, на его способность удалять из организма мутирующие клетки или клетки-мутанты. Есть многочисленные системы, это иммунная система, эндокринная система, другие функциональные системы, направленные на то, чтобы затормозить
вот патологическое развитие мутантных процессов непосредственно в тканях организма. И к большому сожалению, для большой категории наших граждан, они не связаны с чудодейственной таблеткой, они связаны с возможностями организма человека. Именно поэтому мы разработали уникальную систему реабилитации. Может, кто-то помнит метод Бутейка. Вот это более жесткая система, которая направлена на нормализацию парциального давления двуокиси углеводов в альвеолах легких. Мы ее используем для профилактики развития метастаза у больных меланомой, профилактики развития метастазов у больных рака молочной железы. Методика уникальна, не имеет аналога в мире и позволяет в значительной степени без медикаментозно обеспечить высокую продолжительность жизни прооперированных больных. Но, к сожалению, здесь есть одна большая проблема. Первое, пациенту надо самостоятельно заниматься методами ликвидации глубокого дыхания. Алгоритмы подбираются непосредственно уже с врачом в зависимости от функциональных возможностей организма человека. И вторая весьма сложная проблема – это радикальность проведенного лечения. Методика работает только в одном случае. Если в организме остаются циркулирующие клетки, если есть опухолевая ткань, профилактика весьма проблематичная, она должна быть основана на химиотерапии, на лучевой терапии, гормонотерапии. Сергей Николаевич, ну, хотелось бы от себя поблагодарить, что вы пришли в студию. Я думаю, что ваши советы помогут нашим телезрителям вовремя заниматься самодиагностикой, обращаться к специалистам. Вам пожелать здоровья, успехов в вашей борьбе и с онкозаболеваниями. Вы делаете хорошее дело. Я думаю, что все те, которые будут к вам обращаться, дай бог им всем здоровья, быстрейшего выздоровления. И как вы уже заметили в комментариях нашего специалиста, что самое главное – вести здоровый образ жизни и относиться к своему здоровью не по остаточному принципу, а ежедневно. Работать над собой, работать над собой физически, работать над своим хорошим моральным состоянием. Вот поэтому старайтесь именно вести вот, наверное, вот такой образ жизни. И мы рады будем вас еще увидеть у нас в гостях. Помните о том, что онкозаболевания необходимо о них вспоминать не только 20 октября, Всемирный Всеукраинский день, а также, в принципе, периодически об этом вспоминать и беспокоиться о здоровье ваших близких. Дальше у нас советы нашего семейного доктора Аллы Исаевой.